Подъехать к этим симпатичным новостройкам в Одинцове пока целое испытание. Но уже летом вместо разбитой дороги появится настоящая улица, как и в других районах города. 700 метров до Можайского шоссе приведет в порядок застройщик. Я купил квартиру здесь. Вот. На самом деле очень хорошо, что на сегодняшний день сделали тротуар для пешеходов. Можно без проблем дойти до продуктового магазина, либо выйти с детьми, элементарно не испачкать обувь. Вот. Основная проблема, конечно, это дорога. Она очень сильно разбита. Вот. Очень ждем жильцами, когда ее полностью восстановят, чтобы можно было на машине также без проблем выехать либо на улицу Чистякова, либо до Можайского шоссе. Реконструировать улицы взялась компания «ФСК Лидер». Первым делом вдоль апквартала Сколковский начали делать тротуар. Два заселенных дома он свяжет со станцией Трехгорка и с центром города. О грязи и лужах скоро можно будет забыть. Частично у нас установятся водоотводящие лотки, вот, которые у нас переходят в дождеприемные решетки. То есть впоследствии будет у нас положен асфальт, и дорога будет расшириться на 5,5-6 метров. За проезжую часть возьмутся после пешеходных дорожек. Ее придется делать практически с нуля. Разрабатывать проект, создавать подложку из песка и щебня, укладывать асфальт. Эта дорога формально тоже является улицей, второй советской, но ширина ее всего 4 метра. Еле хватает для того, чтобы разъехаться двум машинам. А по покрытию старым бетонным плитам еле проезжает легковушка. Апквартал Сколковский, в который входит 13 корпусов, 9-уровневый паркинг, 2 детских сада и школа, будет сдан в 2019 году. В многоэтажных домах смогут поселиться 14 тысяч новоселов. Дорога станет жизненно важной артерией этой части Одинцова. На моей памяти, в то время, как я здесь работаю, это первый случай, когда застройщик, в принципе, идет на такие большие денежные вложения. И первый случай, когда застройщик реально оказывает такую большую помощь городу в части дорожного строительства. Реконструкцию второй советской улицы ФСК «Лидер» обещает закончить до конца июня этого года. После этого дорогу возьмет на баланс город. Федор Казанцев, Андрей Иванов, Кристина Лоц. Новости 360.